команде всегда нужна поддержка, поэтому, когда приходит больше народу, всегда приятно играть. Все-таки, уже повторяюсь несколько раз, что футбол все-таки это игра для как раз зрителей, для любителей футбола. Поэтому хотелось бы всех пригласить на футбол. Приходите завтра, поддержите нашу команду. Всегда приятнее играть, когда с тебя не только родные, близкие, знакомые какие-то, но и просто люди, которые, может быть, даже не разбираются в футболе, но просто приходят чисто поддержать, создать ажиотаж вот этот вот. И очень приятно, когда даже не зная тебя, вот если есть люди приходят, есть такие, которые даже и игроков не знают. Вот, конечно, они подстегивают футболистов, чтобы они как можно ярче и зрелищнее играли.